Евросоюз не рассматривает возможность ввода новых экономических санкций в отношении России. Об этом во вторник в Берлине заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам политика, Евросоюз глубоко обеспокоен невыполнением минских договоренностей. В частности, уверяет Меркель, на Украине так и не установилось перемирие. Кроме того, в ЕС недовольны прошедшими 2 ноября выборами в Донецке и Луганске. Что касается выборов, которые мы считаем незаконными, мы собираемся составить список лиц, вовлеченных в проведение голосования, и решим, что с ними делать. Процесс уже идет, говорит Ангела Меркель. Но кроме этого, мы не планируем никаких экономических санкций. Мы фокусируемся на зиме, гуманитарной ситуации и прекращении огня. Киев и страны Запада считают, что Москва поддерживает ополченцев на юго-востоке Украины. В связи с этим были введены уже 2 раунда антироссийских санкций. Кремль свою причастность к событиям в Донбассе отрицает.